Онлайн-движение «Книга рекордов учителя» запустили в школах в рамках года педагога и наставника. К участию принимаются ролики о работе педагогов и их выдающихся учениках. О любимой работе и талантливых выпускниках рассказали и преподаватели Одинцовской лингвистической гимназии. Моя профессия удивительная. Она всегда разная. Каждый день ты не знаешь, к чему ты придешь, что ты увидишь, что принесет тебе этот день. И она не дает никогда соскучать. Это вот ощущение полной жизни. Это потрясающе. Галина Захарова преподает математику в гимназии с начала ее основания. МГУ, МГИМО, Высшая школа экономики. Ее выпускники поступают в лучшие вузы страны, но никогда не забудут, кто учил решать их первые уравнения. Самое главное, что вот я, к чему я учу, но быть честными по отношению к себе, быть справедливыми, быть добрыми, быть благородными. И, наверное, самое главное – верить в себя, верить в свои силы. Не бояться ошибок, потому что дорогу осилит идущий. Валентина Харуженко преподает русский язык и литературу детям уже 26 лет. Педагогом она стала по зову сердца. 2 года назад выпустила во взрослую жизнь свой 11-й А – уникальный лингвистический класс, который вспоминает с теплотой. Чем уникален этот класс? Тем, что из 24 выпускников 12 окончили 11 классов золотой медалью. Среди моих выпускников 3 учеников имеют 100 баллов по русскому языку, и несколько учеников тоже имеют очень высокий балл по литературе. Но любить свою профессию мало. Надо осознавать всю ответственность, возложенную на педагога, считает Валентина Алексеевна. Учитель ведь обучает не только арифметике, не только грамматике, не только знаниям истории или литературы. Учитель прежде всего воспитывает человека. И это основная задача учителя – воспитать в человеке человека. Полина Толмачева, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».